В Доброполье Донецкой области пророссийские боевики в ночь с 12 на 13 июня по ошибке обстреляли из установки «Град» овощную базу компании «Перспективы». Также из мощного орудия был открыт огонь по электростанции и бензозаправке. Находившаяся на момент обстрела девушка, которая работала на овощной базе, получила тяжелые ранения. Молодой парень погиб.